Накануне в Дагестане состоялось торжественное открытие нескольких отремонтированных участков федеральной автодороги Р-217 «Кавказ». Она имеет международное значение и входит в транспортный коридор «Север-Юг», связывая республику с другими субъектами России и странами. Ежедневно по этой трассе проезжает порядка 35 тысяч машин. В церемонии открытия приняли участие глава региона Сергей Меликов, а также по видеоконференц-связи президент Российской Федерации Владимир Путин. Дорожное хозяйство – одна из значимых отраслей отечественной экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров. Так, по итогам 2022 года удалось досрочно выполнить ранее поставленные показатели, довести до нормативного состояния 50% региональных дорог. И в нынешнем году дорожное строительство идет в хорошем темпе. Также руководитель страны рассказал, что будет продолжена реализация планов по модернизации данной трассы, а также строительство обходов Махачкалы, Дербента, Хасавюрта и других населенных пунктов для обеспечения необходимого развития стратегически важного коридора «Север-Юг». Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что вместо двух полос теперь будет четыре с разделением встречных потоков, а вместо высокой аварийности и постоянных пробок – безопасные и комфортные условия. Немаловажно то, что федеральная трасса является тем инструментом, который сможет увязать не только север с югом, но и горные районы Дагестана с его равнинной частью, и опять же субъектами Северо-Кавказского федерального округа, да и всей России. Это очень важно для сельхозтоваропроизводителей, для тех промышленных предприятий, для крупного бизнеса, который на сегодня в Дагестан заходит. В рамках торжественной церемонии глава республики пообщался с дорожными строителями трассы Р-217 «Кавказ», а также поблагодарил их за труд. Как отметил один из рабочих, открытие этого участка является для них гордостью. Рад видеть главу республики, тем более глава России отметил нашу работу. И тем более открытие данного этого участка для нас это гордость, для нас это перспектива дальнейшего, чтобы еще лучше показать перед руководством, перед правительством, перед гражданами нашей республики, что вот такие объекты, что мы можем сделать и продолжить эту работу. Далее Сергей Меликов вручил орден почета Республики Дагестан 3-й степени начальнику УПРДОР «Кавказ» Александру Лукашуку за большой вклад в развитие дорожного хозяйства региона. Также наградами за добросовестную работу были награждены и другие отличившиеся представители данной сферы.